Компания «Метис», чье производство расположено в Щелкове, один из лидеров своей отрасли. Предприятие осуществляет полный цикл протезирования конечности от разработки, испытаний и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой. Работу ведет с 1999 года. В декабре «Метис» стал призером национальной премии «Надежда на технологии» сразу в двух номинациях. Взял серебро в номинации «Экспортер года в сфере реабилитационной индустрии» и бронзу за лучшую публикацию в СМИ на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии. Компания разрабатывает, производит и поставляет комплектующие для протезов 40 стран мира. Однако на этом границы возможностей не ограничиваются. Предприятие вызывает все больше интерес в странах Юго-Восточной Азии. К слову, в ряде регионов «Метис» уже зарекомендовал себя как надежного производителя. Посетив форум и выставку «Надежда на технологии», делегации сразу двух стран – Малайзии и Индонезии – очень заинтересовались продукцией щелковского предприятия. Один из самых больших клиентов, если мы говорим про дальние зарубежья, это Китай. То есть, несмотря на технологии, в Китае наша продукция там очень востребована. Также мы активно поставляем на сегодняшний день Таиланд, Индия, Шри-Ланка. Сейчас вот как раз приезжали коллеги из Малайзии и Индонезии. Хочу отметить то, что это важные персоны касательно вот нашего дальнейшего продвижения. То есть это делегации из местного Минздрава, из местной ассоциации от АСПО. Это те люди, которые душой болеют, скажем так, за уровень протезирования в стране. На предприятии для гостей из Малайзии и Индонезии была организована экскурсия. Ознакомились с производством полного цикла, всеми этапами изготовления комплектующих для качественных протезов нового поколения, созданием новых изделий и материалов на основе собственных разработок. Самые основные цели нашего визита – удостовериться в качестве продукции, что продукт соответствует всем международным стандартам, что в компании присутствует система качества контроля как материала, так и финального продукта. Очень впечатлен проделанной компанией работой. То, что увидел, захватывающе. Работу компания выполняет добросовестно. Очень впечатлен масштабами производства. Впечатлена масштабами, которые есть в России, которые используются здесь, на производстве. Мне важно было приехать из Малайзии и посетить производство продукции именно в сфере протезирования и увидеть настолько передовые современные технологии. На предприятии введена многоуровневая система контроля качества по стандартам ISO. Ежегодный объем выпускаемой продукции насчитывает свыше 100 тысяч изделий. «Метис» конкурирует с ведущими игроками на мировом рынке. Результат этой масштабной работы – помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в разных уголках земного шара жить без ограничения в движении. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.